Вениамин Кондратьев обошел экспозиции, на которых представлены новинки отрасли. Это и технологичные стройматериалы, и проектные решения по обустройству городов региона. Четко понимать, где мы строим небоскребы, где мы строим высотки, а где мы оставляем тот исторический Краснодар, который так мил сегодня краснодарцам. И вот сегодня мы должны соединить и современный Краснодар с небоскребами, с высотками, с масштабными такими архитектурными формами. И вот тот милый, родной, близкий каждому краснодарцу этот город. То есть, это, конечно, вот центральная часть, историческая часть Краснодара. Главный архитектор края заверил, что высотный регламент центральной части Краснодара уже готов к обсуждению на градостроительном совете.